Vertex Impress Envy Hard Reset. Зажимаем две клавиши. Кнопку громкости вверх и кнопку питания. Две клавиши держим, пока не загорится экран. Экран загорелся, питание отпустили, а вверх продолжаем держать. Иногда нужно использовать вместо кнопки громкости вверх, кнопку громкости вниз. Иногда обе, и плюс, и минус. Загорелось вот такое меню. Опускаемся вниз до строчки Wipe Data, Factory Reset. Оп-оп. Так. Нажимаем вверх. Если вверх не сработает, то кнопку питания. Опустились вниз до строчки Yes, Delete, User Data. Я сейчас сбрасывать не буду, у меня есть важные данные в аппарате. Я выберу строчку No. Вам выбрать строчку Yes, Delete, User Data. Он перебрасывает в предыдущее меню, а здесь нужно выбрать первую строчку Reboot System Now. Ее выбираем, телефон перезагрузится и сбросит свои настройки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.